А чем была эта песня? Я на украинский. Ця пісня була про любов, про мир, про те, що я люблю свою країну, за те, що я хочу, щоб на моїй країні був мир. Я розповідаю цю пісню про гори, про ліси і про любов до своєї неньки. Така романтична, я сентиментальна пісня, да? Так. Да. А вторая, другая? Друга пісня буде про маму. Про маму. Скажи, как называется этот инструмент? Бандура. Бандура. Так. Это украинский? Это украинский народный инструмент. На этом инструменте играли кобзарі, и это улюбленный инструмент письменника и художника Тараса Григоровича Шевченка. На востоке Украины? На востоке? На восходе Украины? В центре. В центре? В центре. В центре. Скажи, как называется это по-украински? Струна. 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 Так, по-польски. Сколько струн в этом инструменте? В цей бандурі 62 струни. 62? Так. Дуже. І ти всі струни знаєш. Так. Прекрасно. Так. Довго вчишся? Я закінчила музичну школу 6 років. І буду поступати в музичне училище імені Миколи Лисенка. И продолжать свою карьеру далее с бандурой и музыкой. Угу. Этот такой ансамбль теперь сейчас у тебя? Да, ансамбль и оркестр. И оркестр. Так. И где вы ездите? По Украине на конкурсах. И так как же я не буду выступать со своим ансамблем, я буду учиться с другим. Переходити вже в більш глибокий, великий ансамбль. Там буде до 15, та може 20 бандуристів. Настя, дякую тобі дуже. Большое спасибо для тебе. І вам спасибо.